добрый день, скажут всем, Шишкин лес может стать чудесным день. И без чудес может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Сказки. Все деревья в снегу. Им под снегом тепло. Каждой веточке связала варежки зима. Я сама бы их надела, если бы могла. Варежки, варежки, снеговые варежки. Всем связала варежки добрая зима. Ой, Шунечка, а здорово было бы с ней встретиться, а? Ой! Ой! Здравствуйте, детки! А знаете, кто я? Да, да, вы зима! Только почему-то голос у вас бабушки Федоры. Да это же Зубок и есть! Бабушка Федора! Она самая! Узнали, касатики! А я пришла позвать вас к себе в гости. Дело важное есть. А какое дело? Какое? Все узнаете. А сейчас прошу в мое Загадкино. Ой! Ой, бабушка Федора, а что это такое на столе? Я захотела вам зимние подарочки сделать. Положила в ларец. А ключи потеряла. Да? А мы поищем ваши ключики. А ключики-то непростые. Загадочные. Верно, Зубок. Отгадаете мои зимние загадки, ларец откроется, подарки ваши. Отгадаем. Да, мы всегда отгадываем. А тут еще и подарочки есть. Хорошо, хорошо, мои хорошие. Слушайте, касатики, первую загадку. Дорожка сшита, связана, постирана, поглажена. Холод отгоняет, от простуды охраняет. Вот что это за чудесная дорожка? Дорожка охраняет? Точно собачка! Ну, Шунечка, хорошее сравнение. Можно подсказочку? Можно. Эту дорожку я сама вязала. Точно, Шунечка, шарф похож на дорожку, и он от холода охраняет. Ой, смотрите. Ой, ой, какой он красивый и длинный, а? Я вас старалась. Кому понравится, пусть тот и носит. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. А какие в ларце еще подарки лежат, а? Да. А отгадайте вторую загадку, тогда узнаете. А-а-а. Слушайте. Пять чуланов, одна дверь. Что это такое? Чудная загадка. Точно, вообще-то я чуланов не люблю. В них темнота прячется. И я тоже не люблю. Ну что вы испугались? Ну ничего страшного в этой загадке нет. А загадаю по-другому. Разошлись мальчики в темные чуланчики. Каждый мальчик в свой чуланчик. Этих мальчиков что, бабушка Федора, наказали? Да нет, Шунечка, не наказали. А знаете что? Что? Послушайте еще одну подсказку. Как только отправляется Настенька гулять, жильцы в дома вселяются. Их в каждом доме пять. Так, вот, Зубок, мы с тобой хвастались, что все загадки отгадаем, а нам уже две подсказки бабушка Федора дала, а мы все равно никак не догадаемся. Дашу, никак не получается что-то. Ну, хорошо, хорошо. Вот вам последняя подсказка. Не отгадайте, подарок у меня останется, а жаль. Бабушка Федора,
Ну при чем же ладонь ваша тут, а? Ну при чем? Ой, Зубок, я, кажется, отгадала. И это перчатки. Правильно, Шунечка, отгадала. Это перчатки. Забирайте. Ой, какие мягенькие, а? Шерстяные, тепленькие. Ну что ж, носите, носите на здоровье. Да, а теперь третья загадочка. Ну, она легкая. Дали братьям новый дом, чтобы жили впятером. Брат один не согласился и отдельно поселился. Впятером? Что? Опять про перчатки, что ли? В перчатке, Шуня, каждый пальчик живет в отдельном чуланчике. А здесь один ото всех отделился. Да, отделился большой палец. Это варежки. Молодец, молодец, Зубок. Догадался. Ой. Ой, варежки. Сколько вязаных теплых подарков. Спасибо вам. Спасибо, бабушка Федора. Пожалуйста, пожалуйста. А сейчас я вас пирожками угощу. Только сначала надо с ребятами попрощаться. Да. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. До свидания, друзья. И не забывайте тепло одеваться. Зима на дворе.